не переместился, очень хладнокровно сыграл. Пожалуй, первый раз напряжали шведов. Ну, пока 1-1. Снова Тарасенко. Гол! От спины вратаря, причем сознательно играл. Сознательно играл Тарасенко именно так. Здесь очень это модно. Здесь многие команды действуют именно так. И капитан нашей сборной открывает счет в этом матче. Успокаиваться не надо. Шведам по ходу чемпионата доводилось пропускать первыми. Они пропустили первыми с чехами и с канадцами. Причем довольно рано там и там. Но это была длинная атака, Сергей. Да. Это была длинная атака. Абсолютно, действительно, целенаправленно бросал. Но, правда, опять отметим, да, что это все-таки индивидуальные действия нашего игрока. Не надо этого стесняться. Мы все время хотим, чтобы мы играли всей командой.